Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть в Ведьмак, убийца королей. Я так понял, если я правильно помню, это последняя глава. Потом надо будет это... Потом уже все, конец игры. Ага, из него бабки уже не выбить, блин. А я так думал, еще пару дуэлей с ним сыграю, и как раз будет... Как оно? Заработаю кучу бабла с него. Но нет, нет. Только одна дуэль. Так, мы нашли... Точнее, я нашел. Ага, а горгульи-то паскуды, вон они, вон. Никуда не делись. Не, походу они тут уже все. Ну это тупо надо, как оно называется, искать еще. Еще где это вот, а, это вот. Зеленый ингредиент такой, который... Ого, черновик писаря. А зачем так много? А ну-ка. Черновик писаря. Ваша милость, примите послание, ваша милость, явите внимание, ваша милость, войдите в положение, ваша милость. Перечеркнутые обрывки фраз алхимического активно бумаги. Лол. И невидимые чернила. А, невидимые чернила обычно используют те, кто хочет скрыть истинное содержание переписки от посторонних глаз. Сообщение, написанное таким образом, будет видно, когда листок обрабатывают особым субстанцией-проявителем. Невидимые чернила также нередко называют симпатическими. Некоторые, вместо того, чтобы писать сообщение невидимыми чернилами, лишь пропитывают ими сам листок. Благодаря этому адресат сможет подтвердить подлинность письма, смочив послание нужной субстанцией, проявить краситель, который обычно бывает голубым. Крылья бакланов. Ну тут я понял, все остальное повторяется. Да. Ваша милость, милость ваша. Опа, заметки для писаря. Так то же самое, наверное. А, нет, это уже... Рецепт проверки подлинности корреспонденции. А, может, как по заданию что-то? Да, видите, вещь для задания. Листки были пропитаны субстанцией, которая окрасит их в голубой цвет, если смочить текст активатором. Состав зелья активатора хранится в секрете. На случай, если забудешь, оставляю тебе зашифрованный рецепт. Зажги, гаси, насри и смой. И в этом вся наука. Чтоб буквы видеть, милый мой, сумей говно сменить мочой. Иди работай, сука, мля. Узнай, алхимик молодой, спирт надо... Писец. Писец. А где же, интересно? А чё, я могу пройти даже? Опа, а чё? Это ставка кого? А, это типа проход... дратва. Ну вот это можно забрать. Сукно. Вот это еще можно. Вау, а это доспехи. Я думаю, тут такие чуваки сидят. Тимерия, осмотреть. Неплохая задница у Геральта, я смею заметить. Надо немного отойти. Карта долины Понтора. Вот это, я думаю, Понтор. У меня мышки нет. Который вот там, где стул. Это долина, я так понял, Понтора. По, наверное, потому что там написано на каком-то местном и ихнем языке. Хрен его знает, что это. Вон слева Тимерия. Родовит, вон Хенсельд был сверху. Вон где северный вот единорог. Понтор, ну вот это вот, где трон. Барон Кимбольд. Барон Раванин Кимбольд, я полагаю. Разве в кодексе ведьмаков есть закон, который отменяет положение придворного этикета? Закон, который позволяет тебе первым обращаться к дворянину.
Вижу, мне представляться не понадобится. О, да. Я и так знаю, кто ты такой. Геральт из Ривии. Второй после Вернона Роше, любимый гончий пес короля Фольтеста. Беспородный. Говорят, где ты появляешься, происходит несчастье. Что станет с Тимерией? Я, кажется, слышу тоску в твоем голосе. Вспоминаешь, как служил у Фольтеста? Или как трахал королевскую советницу? Что бы там ни было, избавь меня от вопросов вежливости. Судьба моего государства тебя не волнует. Зато волнует моего товарища. Я прибыл сюда с Верноном Роше. Знаю. Мы, королевские гончие, любим держаться вместе. Имей в виду, я говорю с тобой исключительно из почтения к памяти короля Фольтеста. Теперь я связан с Фольтестом только гончими листами с наградой за мою голову. И это привело бы тебя на эшафот, если бы не показания маленькой Анаис. Значит, девочка все-таки заговорила. Да, впрочем, кем бы ни был тот монах, ты от него не сильно отличаешься. Да, по сути он такой же, как и я. Ты даже не представляешь, барон, насколько ты прав. Ты же наемный разбойник, даже если сам этого не признаешь. У тебя есть какие-то принципы, но за определенную плату ты их тут же забываешь. Я не продаюсь. Я не о деньгах, ведьмак. Ты же выродок, а потому хочешь всего того, в чем тебе обычно отказывают. Дружбы, уважения, любви. Ради этих вещей ты всегда готов идти на стены и убивать невинных людей. Вот твоя цена. Как говорится, на войне невинных нет. Именно. На войне есть только дело, за которое ты дерешься. Высшая цель. А еще говорят, что война – убежище для проклятых. Укрытие для тех, у кого нет уже ни сердца, ни души. Значит, высшая цель – отличная идея. Только я вот помню рыцарей, которые штурмовали замок Лавалет. Дворяне дрались на стенах и убивали ради славы. Для них это было отличной забавой. А еще я видел бои за Верген, когда простые солдаты шли на битву, прижимая к сердцу фальшивые реликвии. Зная, что за бегство им грозит смерть. Они выполняли долг перед королем. Если мне что и нравится в ведьмачьем ремесле, это как раз то, что я не вынимаю меча по приказу. Меня утомил этот разговор, Геральт. Переходи к сути. Я не ожидал, что возрождение Капитула соберет столько благородных тимерцев. Нас не интересуют дела чародеев. Мы здесь, чтобы ознаменовать приход нового порядка в королевствах Севера. Вот как? Такие, как ты, этого еще не понимают. Но вскоре ваша жизнь изменится. Навсегда. Такие, как я? Бродяги и шарлатаны. Люди без родины, чести и верности. Для которых деньги заменили закон. Которые готовы продать все на свете. Как я понимаю, ты заседаешь в Регенском совете, барон? Пока еще. То есть? Скоро Регенский совет не понадобится. Тимерия – это земля, которой нужно править в короне или не править вовсе. Многие хотели бы примерить эту корону. Мало у кого есть на это право. Я кузен Фольтеста, а потому трон должен принадлежать мне. Или дочери короля, Анаис Лавалет. Черные придут времена, когда над нами встанут бастарды. Дворянство решило разделить власть. Ты же сам сказал, барон, или править в короне, или не править вовсе. Тимерию разделят на части. Позорный конец монархии. Позорный конец государству. Не смотри на меня так! Как это так? Ого! А? Чё? Опа, и где я вообще? А, в каком-то другом дворе. Ты кто? Граф Марвель! Геральт из Ривии! Рад видеть тебя в добром здравии и без скандалов. Ты серьезно, граф?
Такая несправедливость заточить тебя в темницу и не выслушать ни слова в твою защиту, а потом все эти побои, пытки, настоящее варварство, скажу я. Все строится на одних лишь только предрассудках, а потом пойди докажи, что ты невиновен. На их месте я бы тоже. К несчастью, такова моя отчизна, исполненная страхом и оттого не знающая сострадания, холодная, как скала, мрачная и суровая в сердцах и помыслах. В чем-то ты, пожалуй, прав. Ответ твой показывает как осторожность, так и рассудительность. Свойства эти и сами по себе достойны похвалы, а в твоей профессии и вовсе необходимы. Может и так. И все-таки, ведьмак, скажи, что тебя сюда привело? Ты гонишься по пятам за убийцей Фольтеста? Ты уже готов оттяпать ему башку? Ты же, думаю, так расправляешься с врагами? Ты ждешь моей помощи? У меня просто есть несколько вопросов. Так спрашивай, спрашивай. Ты производишь впечатление искусного, хотя и не самого дружелюбного собеседника. Ты здесь здорово выделяешься, граф. Младше похож на Лютика. Это должно быть комплимент. Я не хочу тыкать пальцем, но ты что, сам не видишь? Ты совсем не похож на твоих соотечественников. И слава богам! Из моей любви к отчизне я первым замечаю ее недостатки, коих немало. И что ты заметил? Ложь, суеверность, невежество. Мне продолжать? Да, будь любезен. Возьмем, к примеру, вас, ведьмаков. Боги свидетели, что чудовище – это настоящая напасть, чума рода людского – твари, рожденные до сопряжения и после сопряжения, созданные магами и вынырнувшие из смердящих топей. Не было чудовищ до сопряжения. Ты зря цепляешься. Так вот, от этой болезни у нас есть одно единственное лекарство. А мы этого лекарства боимся. Люди вас сторонятся, просто плюют на вас, не пускают под крышу даже в жестокий ливень. Разве это благоразумно? Так уж повелось, сказал истинный представитель вымирающего вида. Окей, так, нам надо по заданию искать мне это чертовы горгульи задницы. Ну, хорошо тут он обустроился, я смею заметить. Так, окошко у них тут вообще по-царски, вон, в подушках вся. Столько коронованных голов в одном месте. Для тебя работенка найдется. Нет, 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 Геральт, ну как ты мог? Так, вроде расчехлился. Альтап помогает. А, вот тут может быть. Я тут бегал, вот тут не заметил спуска. Лол. Катакомбы под Локмуином. А ну не крутись тут. Ход лагерь воспрещен. А, лагерь. Ход лагерь воспрещен. Да пошел ты в сраку. И где же оно может быть? Узнал, что горгуль вооруженный новыми знаниями и острым мечом, ведьмак отправляется на поиски печатей. Вау. А, во, горгульи. И куда они свалили? Ты там застрял, что ли? Походу на то. Так, таки нашел. Таки нашел место, где есть горгульи.
Опа, чё? Чё? А, растение. Так, чудовище тут тоже будет? Опять медальон. А, нет, в этот раз нет. Длинная тень серны. Месяц тихо поет. Осень пришла. Окей. Окей. Осень пришла. Небо похоже на линию мотылька. Может, мотылька. Жизнь выглядит как распускающийся цветок. Лето пришло. Руна жизни выглядит как распускающийся цветок. Судьбы. Погода. Разума. Времени. Во. Напоминает раскрытые песочные часы, раскрытые или чаши. Это последнее, по идее, должно быть. Жизни распустившийся цветок. И вот, ну, по идее, так должно быть, но это не точно. Меня может и не получилось. Древний манускрипт. Чертеж сапоги старшей крови. Да блин, ну я зачем я купил перчатки и сапоги, если вот неплохой сет вырисовывается? Да шоп тебя. Воу. Горензуэ, беш энквер джублей. Еще надо, наверное, расшифровать это. А короче, это к этому надо сгонять. Сапоги. 10-2-2. Сапоги? 10 же, да? 10-2-2. Магическая защита высокая. Короче, придется ковать. Кожа обычная. А, ну, по крайней мере, не такие... Там укрепленная кожа. Ну, делать надо будет. Все же 10% магическая защита. Это не хухры-мухры. Опа. И везде трупы валяются. Что тут у нас? Масло. Вот по пути надо было взять мне этот... Собрать. Может, тут я соберу все необходимое. Во! Там сукно нужно было, кожа. Две штуки, во. Нет, дерево не нужно. Дротва еще можно. Алмазы можно забрать. Еще дротвы. Я нашел манускрипт. Интересно. Книга запечатана древней магией. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Для этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ, которые здесь, к сожалению, не водятся. Итак, мне потребуются феромоны королевы Индриак, кровь Накера Воина и мозг утка-клюва. А еще яйцо гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу.
У меня это вроде как все и есть. Ингредиенты для манускрипта 4 из 4. Подождите, мне типа просто к нему надо вернуться? А ну-ка. У меня есть 7. Я принес ингредиенты, о которых ты говорил. Вот это удобненько. Невероятно. Давай все мне. Главное, соблюсти пропорции. Готово. А теперь посмотрим, что это за манускрипт. Боги. Что такое? Это инструкция, как выковать легендарный меч Каэрм. Он будет твоим, ведьмак. Ты заслужил это. Выковать такое оружие – большая честь для меня. Спасибо. До встречи. Меч или только чертеж? Задание выполнено. Какое задание? А, да, этот, расшифровка. Зашифрованная рукопись. В одном из заваленных проходов в Локмуине Геральт нашел манускрипт, написанный на странном языке. Он ничегошеньки в нем не понял, и я согласен, поэтому решил найти профессионала, который помог бы расшифровать. Таким профессионалом оказался Брас из, ну я же говорю, Броснан из Банарда. Чародей-любитель старин. Старины. Он установил, что эта книга зашифрованная заклятием, которое, однако же, можно снять. Чтобы разгадать шифр при помощи чар, необходимо было следующие составляющие. Ну, вот эти вот. Усилия были вознаграждены сполна. При помощи зелья Броснан расшифровал книгу. Оказалось, что он содержит чертеж для изготовления могущественного меча. Обожаю в этой игре, когда они там говорят «Могущественный меч! Урон от моего меча на 2 единички больше!» Могущественный меч. Известно под названием Керм. Броснан разбирался в оружии. И кроме того, был чародеем. Он мог изготовить клинок, описанный в книге. 4% шанс убийства с одной тычки уже неплохо. Кто болван? А? Так, тут я пробегал. Вроде там никуда не пройти. На восстановление здоровья только в этом, вне боя. Тоже нормально. Магия или опасность? Так, а я вот и нашел третий. Вот он у нас третий и последний с гарпиями. Где этот? Дивертисмент. Облака словно пчелы. Колокол бьет. Дивертисмент. Господи, это просто вообще, блин, непонятно. Ну-ка, так вот. Так. Сейчас, подождите. Квен только бахнул. М-м-м.
Так. Дивертисмент. Облака. Колокол бьет. Колокол. Погоду, разум, времени. Руна... Не, вряд ли. Жизнь, зверь, судьба. Может, судьба. Смерть, небо, мотылек. Искусство войны грома. А, ну, гром. Это как типа гром, наверное. Вот этот вот, да? Не вот этот вот. Да, разгадал. Адандейт. Чертеж штаны старшей крови. Ты держишь меч Арамиля, восставшего против власти короля. Королю дикой охоты нужен ген старшей крови. Он хочет открыть врата между мирами, чтобы сеять ужас и разрушение. Король дикой охоты повелел убить меня. А призраки, принявшие по его приказу облик живых, преследуют меня в пути между мирами уже сотни лет. Я прибыл в Лок-Муине. Я измучен. Но знаю, что и здесь мне не суждено отдохнуть. Всадники охоты вот-вот будут здесь. Я чувствую за спиной их ледяное дыхание. Интересно. Внезапно такое откровение. Чертеж штаны. Да. Ого, нифига себе. Сопротивление магии 10. Сопротивление 30. Ну, это больше. Тут сопротивление горению 20, тут горению 30. И 3 брони и снижение магического урона. Мне надо делать. А этот что? Серебряный меч. Кровотечение 30. Адреналин плюс... Блин. Знаете что? И у него тоже 3 на 70% можно. То есть по урону он выйдет так же. Урон крупным чудовищем 25, урон горгулием 25. Не, вот этот Адандейт выглядит получше, черт. Ну мне... где бы столько рун найти и адреналин? Я избавился от горгулей. Отлично. Мы сможем исследовать районы, куда они могли попасть прежде. Вот твоя награда. Заказ на горгулей. 150. Все? Все? Короче, по заданию дальше. Сейчас надо с... будет... с этим... Роше переговорить в следующей серии. Все, с гарпиями покончено. Я готов, вооружен. Смотрите, красавчик и опасен. Все. Закончу прям тут перед Роше. Спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока.